20:07 пятница, наслаждаемся закатом. Из окна автобуса проезжать будем Махмутлар.
кто не понял, весь Махмутлар, короче, весь Кистель. Сейчас въезжаем от Обачай, Димчай, и въезжаем в Тосмур. И хочу сказать, в автобусе 90% русскоязычных людей сейчас, буквально турков, человека 4, наверное, на весь автобус, остальные все русские. Въехали в Тосмур, давайте еще чуть-чуть до Апельсинки доедем, я выключусь потом. Солнце ушло, и сумерки сразу наступают очень быстро. Там есть видео, да, но там автобусом туда не доехать. Посмотрите, найдете. Пустая, не знаю, что люди не гуляют, в оба больше людей гуляют по набережной. Сейчас будет наш висит Тосмур, наш любимый, уже на месте, прогуляюсь на днях возле него. Сейчас будет Кайла Азия и въезжаем в район оба. Вот пирс Кайлы, то есть Азии. А нет, это Сан Прайм еще пирс.
19-й пляж, и мы уже в районе Оба. Сейчас войду, будет антикроман и так далее. До пирсинга я вас доведу. Уезжаем в реку, которая называется Обача, и уезжаем в центральную Аланию, которая будет тянуться до... Я даже не знаю, как считать пляж Клеопатры, это будет считаться тоже, наверное, центральная Алания, скорее всего, а может быть и нет. Вот она, река наша, сегодня она без дождя, спокойно. Мы доехали с вами.